Всем привет! Пришел сегодня на рыбалку. Закинул одну удочку сначала, потом вторую закинул. И уже первый улов. Вот такая сорога у меня попалась. Где-то грамм 800, наверное, будет. Примерно. Хорошая. Ловлю я. Поймал я ее на парш. Крючок вот во рту. И вот такая кормушка сделана у меня. Набиваю туда корма и закидываю недалеко от берега. Перед икрометом сюда подходит сорога, лещ. Так что будем сегодня смотреть, будем ловить дальше. Все, пока гашусь. Так, все, поклевка. Что-то есть у нас. Второй. Вот такую сорогу поймали. Еще одна. Мечик. Поменьше маленько. С полкило где-то. Ну то неплохо. Зачет. Такая вот сорожка хорошая. Ну. Так, надо ее пришпокать, пока полицаев нет. В Германии положено поймал, сразу зарезал и убил, чтобы она не дергалась. Полицай подойдет, будет дергаться живая, получит штраф. Так вот в Германии у нас. Вот уже вторую вытащим. Сравним. Первая, а вот вторая сорога. Это покрупней. Это чуть помельче. Уже неплохо результат. Так, ладно. Пока отключаюсь. До следующих поклевок. Была поклевка, но походу ничего нет. Трава. Сегодня какой-то кошмар. Грязь одна плывет. Все забивает, всю кормушку, крючок. Через каждые 10 минут закидываю, вытаскиваю с грязью. Закинешь до 10, досчитаешь, все, уже все грязное. Вытаскиваешь по-новому. Мусор, листья, течение сильное. Дождей было в этом году много. Сейчас вот эта грязь никак не пройдет. Несет листву вот эту всю старую.
до мая, наверное, пока эту всю траву прогонят. Видите, крючок опять черный, грязь. Где тут рыба, по-моему? Закидыш ее, крючок закрывает. Все, рыба ее уже не находит. Надо постоянно проверять. Ну, какая-то поклевка была, кукуруза сбила. Насаживал кукурузку, сбил кукурузку. Леща так и не было. Нет, раз не прошлый. Что-то в этом году он еще запаздывает. Обычно он тут с середины января уже. В этом году пока только сороки, по-моему, пришли. Темнеет, не знаю, что по темному, может, что будет брать. Все, уже надо проверять. Как я и говорил, уже листья опять набилось. Листва. Рыбалка прям. Грязи забивает постоянно. Вот успеет рыба клюнуть, пока листвой не забьет. Как что-нибудь попадется, а не успеет — не судьба. Сегодня, кстати, 1 мая. Всех с праздником весны. Ой, марта, блин, мой.
первым днем весны. Уже в Германии заметно тепло стало. Сегодня где-то 15-16 градусов было. Вчера 13-14. Нормально так тепло. Дождей пока нет сегодня. Был ночью. И опять же, опять грязь. Все забито грязью. Успевает рыба подойти, забивает грязью. Вот так вот. Рыбалка мучение. На вот взять на поплавочную удочку попробовать. Не сильно глубоко. Она, кстати, было бы лучше. Это не интересно, грязь, как я ловлю. Если что, путный попадется, я сниму, в конце покажу. Если что, всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Чао-чао. Всем привет. Сейчас будем взвешивать нашу сороку, которую я сегодня поймал. Мне самой интересно. Какие сороги? Вот смотрите. Килограмм 15 грамм весит. Хвост еще маленько там висит у ней. Короче, кило 18 сорога. Вот еще одна лежит. Так вот сейчас убираем. Вот видите, убрали ноль, чтобы без обмана было. Сейчас ставлю другую сорогу. Ноль. Эти ноль. Ложу другую. 608 грамм. Нет, 611. 611 грамм. Офигеть. Вот это сорога. В том году по молям я ловил. До кило 700 попадались, кило 200. Но в этом году пока еще кило 18, 609 грамм. Две штуки. Все. Всем пока. Ставьте лайк, кому понравилось. До новых встреч!